это египтяне. Клония. Хамас хамсет. Это клония. Хамас хамсет. Скажи, клония хамас хамсет. Клония хамса хамсет. Я рад. Сколько стоит? Здесь есть миллион долларов. Окей. Какой миллион? Наверное, кофе египетский. Это фараон жарил еще. Зерна нашли. Ух ты, ну попробуй. Наверное, вкусно, да? Вкусно. Спасибо. Смотрите, чем меня угостили. Это голод и фараон. Да. Сок манго угощайте, хорошо. Ух ты, спасибо. Ну, манго есть манго. Хочу отдельно уделить внимание вот этой мази. Мы на себе ее опробовали. Привет, друзья! Вы на канале Big Family Trip. И сегодня мы находимся в манго-маркете. И хотим вам показать и рассказать, что же можно привезти из Египта. Здесь очень большой выбор, большое разнообразие товаров. Здесь есть кожаные сумки, чемоданы, очки от солнца, маски для волос, маски для лица, для плавания, чтобы посмотреть подводный мир. Даже есть сумки из натуральной кожи крокодила, ремни, крема для лица. Все-все-все, что душе угодно, есть в манго-маркете. Кстати, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ну а мы двигаемся дальше, и сейчас смотрите, вот это замечательный шампунь фирмы Ватика, классные маски для волос, вот обратите внимание, мы обычно привозим таких масок и шампуней очень много и советуем вам. Смотрите, вот это вот египетские сладости рахат лукум, тоже можно привезти на подарок. Цена, кстати, очень-очень небольшая. Привозим обычно бабушкам, дедушкам, всякие разные конфетки. Поэтому обратите внимание, что цена в манго-маркете самая низкая. Мы тестировали и смотрели во многих местах, но в манго-маркете выгоднее всего покупать. Если вы видите цену на ценниках не в долларе, то эту сумму нужно разделить на 15, и вы сразу поймете, какая цена в долларе на этот товар. Кстати, в манго-маркете есть русскоговорящие продавцы. Они вам все расскажут и подскажут. Это чаи все, да? Это все чаи, это кофе. Кофе с кардамоном, кофе без кардамона. О, кофе с кардамоном и без кардамона. Кофе с кардамоном, кто любит вообще. Это средней крепости с шоколадом. Тоже с кардамоном разные обжарки. А это обыкновенная, ну, как голд. Да, вот цена здесь делится на 15, и получается цена в долларе. Это примерно 4 доллара. 4, покажи мне, какой кофе мы берем. Что нужно привезти из Египта? Вот такой кофе. Наверное, кофе египетский. Это фараон жарил еще. Зерна нашли там в пустыне, в этих катакомбах. Джемы, апельсиновые, финиковые, манго. Это джемы. А по курсу сколько это? На 15. А, на 15. Чуть больше. Получается манго. И он, знаете, у них такой густой, его как бы и в булочки можно, и делают прослойку на торт. Она такая классная джем. То есть финиковый джем. Вот даже смотрите, апельсин. Там даже он с апельсиновыми корочками, видите, натурально идет 100%. И морковка, вот все думают, что морковка невкусная, это обалденно. Там прям, видите, с морковочкой он идет. Угу. То есть джемы очень вкусные, натуральные. Есть с фиником, да? Есть с фиником, да, подарок чай. Это инжир, видите, он натуральный, да. То есть вот с косточками даже инжирный. Все натуральное.
вот эти, мне кажется, вообще классные. Классные джемы, да. Да? Отсюда вывозить Россия-Украина можно все, что у вас продается, все можно. Проходили. Ну да, все остальное можно. Где-то тоже очень вкусно, мел с орехами. Орехи с медом, просто масса разных вариантов, видов, с разными орехами, с разным сиропом. Фотография платная. Вот мальчик. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы это делаете? Фотография у меня платная. Мы не будем фотографировать. Мы тебя на видео снимем. Покажи ближе. Нет, тебе берут, просто говорят. Это тунец, да? Тунец, да. И какая у него цена получается? Вот я вижу доллар. Чуть, да? Больше доллара. Стоит $1.15, тут 20. Угу. Этот такой получается кусковой и немножко подкопченный, еще с лимончиком, вообще очень вкусный. Вот, она тоже со всякими разными специями. С перчиком, с лимоном. Есть мелкий кусок, есть крупный кусок. Ну, самый вкусный, конечно, крупный кусок. Мелкий, так, на салаты, на бутерброды. Самое известное. Паста кунжутная, чисто кунжутная паста для рыбы, для мяса. Для рыбы немножко лимончика добавили с рыбкой, для мяса можно лимончик, чесночок, макаете, очень вкусно. Гранатовый соус. Мне почему-то больше кунжут ассоциируется с чем-то сладким. Это у нас такая фирма, такая казах, это хало, это самая лучшая фирма. Это там внутри кожа все фисташку. Постоянно люди мне спросят на это фирму, потому что она самая хорошая. Сладенький немножко, средно будет. Если тоже хотим купить, у нас тоже есть кофе здесь. Название тоже надо. Да, всякие фруктовые начиночки, вот манго, тут с кофейной карамелью, тут шоколадик с миндалем тоже, халва жидкая, кунжутная, это тоже халва жидкая, кунжутная, ну тут тоже финики в разном шоколаде с орешками, ну немножко капюшонный сахар. Но так вот везде, то есть творог, очень вкусно, и не буду врать, но там очень много витаминов, надо прочитать. Это вообще называется малага. Манго. Вы про это очень полезная, да. Сок манго угощайтесь, фреш. Ух ты, спасибо. Ну, манго есть манго. Вкусняшек тут много. Зай, так что это такое? Тростниковый сахар? Да, это выпарка из сахарного тростника. Сушеные натуральные фрукты. И вот пюре из манго высушивают. Получается такая пастила. Ее можно просто так кушать, можно из нее вот так вот делать соус. То есть вы размешиваете в воде и будет натуральный соус. Это то же самое. Да, это абрикосы, это манго, нет, тут персик. Гуава, инжир, гранат. Ну, покажи, что хотите. У нас такая вот получается. Это пастила, да? Да. Ну, вот так можно. Это просто высушенные просто фрукты. Кушать. Да, можно просто кушать как ириску, а можно сок из нее сделать. То есть вот нарисовано. Замешали водички и сделали. Это 100% натуральное. Мы везем пастилу. Очень вкусный, очень ароматный. Вот как раньше было 3 слона. $1.5 всего, 100 пакетов. А что это? Какое-то оно сыпучее? Это как инвайт, как? Сок разводить просто стакан. Вот такая вот. Да, типа юппи, да? Да, юппи, инвайт. Классная штука, мы с вами работаем. Да. Что же привезти из Египта? Что мы хотим посоветовать вам привезти из Египта? Смотрите, вот такая вот пастила. Мы покупали ее в Манго-маркете. Стоит она 3 штуки за $4. То есть очень вкусная, кстати. Детям очень понравилось. Еще вот такие вот джемы. Мы привезли несколько штук. Они тут даже внутри идут с фруктами. Прям видно кусочки фруктов. Сейчас покажу.
Смотрите, это инжиров джем. Прям видно, вот косточки натуральные. Очень советую такой приобрести. Так, смотрите, египетский кофе. Тоже нам посоветовали его купить в манго-маркете. Очень вкусный. Советую приобрести, попробовать и насладиться египетским колоритом и запахами. Так, вот такие аромапалочки. Вот они. Сейчас покажу аромат. Супер, если, например, включить где-нибудь в ванной комнате или, например, поджечь их в беседке на улице, создается очень крутой запах, который так навевает восточный колорит. Вариантов таких палочек мы приобрели несколько. Вот. Ну, по вкусу, по запаху это каждому какой запах подойдет. Есть еще вот такие вот. Вот они вот так выглядят. Не палочки, а вот такие пирамидки. Они точно так же поджигаются, ставятся на железную тарелочку. Сейчас вам покажу. На такую маленькую железненькую тарелочку. И создают такой аромат. Нам советовали пасту наши друзья. Говорили, что очень классная паста. Вот мы еще привезли пасту. Она отбеливает зубки, очень хорошо работает с деснами. Вот, обратите внимание на эту пасту, если поедете в Египет, обязательно себе приобретите. Так, смотрите, маска для волос. Она состоит из желтков и меда, у нее очень классный запах. Волосы после этой маски очень шелковистые, легко расчесываются. Уже второй раз покупаю такую маску, потому что очень-очень понравилась. И из этой же серии есть шампунька. Этот шампунь вот с таким цветом, посмотрите, сверху он укрепляет волосы. Это в подарок нам пошел такой крем. Это не маска, а именно крем. Он наносится на волосы уже намытые и просто слегка по волосам растушевывается. Вот обратите внимание, с чесноком, кактусом и листьями рукколы, чтобы волосы не выпадали. Вот такой замечательный лосьон после бритья. Тоже приобрели с классным запахом. Также все это куплено в манго-маркете. Отправляйтесь туда, возможно, вы найдете для себя еще очень много полезного. Так, мазь. Вот эта мазь, это просто панацея для людей, у которых болят суставы, болят мышцы, где-то там кости болят, остеохондроз. Мазь проверена на себе. Мы уже покупаем ее в третий раз. Один раз мы сами покупали, один раз просили, друзья нам привозили. Очень классная даже просто для массажа, как массажная мазь.